Құрметті кеңеске қатысушылар, құрметті әріптестер, Самұрық қазына қорының құрылғанына биыл 5 жыл толады. Бүгінде ол ұлттық экономикамыздың көшбасшысына айналып отыр. Дағдарыс жылдарда қор қаржы секторын тұрақтандыру, тұрғын үй нарығы проблемаларын шешу, шағын және орта бизнесті қолдау, индустриалды жобаларды іске асыру бойынша үлкен жұмыс атқарды, оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Самұрық қазынаның өткен жылғы өндірістік қаржылық көрсеткіштері де жаман емес. Қор жұмысын дамыту стратегиясы қабылданды. Корпоративтік басқару рейтингісі 62%-ға өсті. Халықтық IPO жұмыс істей бастады. Индустрияландыру бағдарламасы бойынша 7 инвестициялық жоба іске асырылды. Өткен жылы электровоз құрастыру, фотоэлектрикалық модульдерді жинау зауыттары ашылды. Бұлардың бәрі осы бағдарлама аясында салынған ірі өндірістер. Мемлекет басшысы Қазақстан 2050 стратегиясын іске асыруға арналған кеңейтілген отырыста үкіметке, оның ішінде Самұрық қазынаға нақты тапсырмалар берді. Қаржы секторын дамыту, жол салу, газ құбырын тарту сияқты өте ауқымды жобалар іске асырылатын болады жақында. Елбасы тапсырмаларын сапалы әрі мерзімінде орындау қордың алдында тұрған ең басты міндет. Уважаемые участники совещания, как вы знаете, создание фонда «Самрук Казана» проходило для страны непростое, сложное время. Его основная задача в момент создания была сконсолидировать активы государства, обеспечить эффективное их управление в период особенно кризиса, в период вот сложный период для страны был. Прошло 5 лет, мы видим, что решение главы государства было правильным. Оно показало, что на самом деле нужно было объединить активы, внести новое корпоративное управление, совершенствовать ее, о чем сегодня и говорили выступающие. И сегодня в структуре фонда находится более 500 компаний с общей численностью более 300 тысяч человек, которые работают, трудятся, создают добавленную стоимость для нашей страны. Здесь консолидированные чистые активы, которые оцениваются более чем 6 триллионов тенге, и консолидированная выручка фонда составляет порядка 23% валового внутреннего продукта нашей страны. Ну, то есть масштабы очевидны. Поэтому сегодня мы видим весь цвет руководства корпоративного управления, всех компаний здесь находится. И, наверное, и правильно сегодняшнее совещание было поставлено. Почему? Потому что отчеты крупных наших компаний, таких как «Казмунайгаз», «Казатомпром», «Казахстан Темиржолы», мы заслушиваем отдельно в правительстве их отчеты и выносим на такие важные межведомственные советы, как по нефтегазовому, так и по энергетическому сектору нашей страны. Сегодня сложились качественные условия и время для деятельности фонда. Задачи кризисного периода выполнены. Достаточно, я уже говорил, неплохо. Теперь необходимо эффективно управлять этими активами и увеличивать долгосрочную стоимость компании, входящую в группу фонда. То есть и руководитель фонда Умурзак Истаевич об этом в своем выступлении акцентировал. То есть необходимо поднимать и финансовый, и корпоративный уровень. Самая главная задача – увеличивать стоимость компании, которая будет, конечно, влиять на эффективность деятельности всего фонда. Необходимо добиваться получения компаниями фонда более высоких рейтингов корпоративного управления, повышение операционной доходности, создание важных наукоемких производств высокой добавленной стоимости применением передовых технологий. Вот последний выступающий, вот Ердембай, поднимал вопрос. Вот мы все-таки, вот, когда была коллегия, расширенное совещание Казахстан Темиржолы, мы говорили, что в Казахстане появилось, вернее, и сейчас развивается транспортное машиностроение.
Об этом есть и нужно говорить. Почему? Потому что впервые в Казахстане производятся тепловозы, впервые в Казахстане начали производить электровозы, впервые в Казахстане начали производить локализацию этих транспортов в железнодорожной отрасли. И отсюда потянулась цепочка создания производства, особенно для малого и среднего бизнеса. То же самое сегодня и по объединенной химической компании. Создание химического кластера в конечном итоге созданием продукции с высокой добавленной стоимостью, чего мы ждем, это очень важно. Все-таки глифосат, который будет производным, самым главным производным для создания всех видов гербицидов, для нас очень важный аспект. Почему? Потому что вчера на коллегии Минсельхоза, Министерства сельского хозяйства, мы говорили, что нулевые технологии, новые влагосберегающие технологии без собственных удобрений ни к чему не приведет. Мы практически все 100% гербицидов, удобрений покупаем. Так же, как и покупаем очень многие вещи, которые можно было бы создать. Ну, то же самое и тепловозы. Весь подвижной состав мы покупали, особенно пассажирские вагоны. Сегодня, пожалуйста, мы производим порядка 150 и будем увеличивать количество пассажирских вагонов в стране. То есть нам нужно создавать как раз таки, вот, о чем говорил глава государства, кластерный подход и выходить на конечную продукцию с высокой добавленной стоимостью, которая востребована в первую очередь в нашей стране и была востребована за рубежом. То есть ее экспортоориентированность, что немаловажно. На недавней коллегии Министерства нефти и газа и годовом собрании Казахстан Теміржолы мы говорили о крупных инвестиционных проектах в нефтегазовой отрасли. Сегодня говорили о таких проектах вот, в химической отрасли, в энергетической отрасли. Практически все они реализуются компаниями, входящими в состав Самрук-Казына. Соответствующие поручения даны, финансовая модель практически отработана. Достаточно серьезно занимаются в правительстве, возглавляет ее Келимбетов Кайрат Нематович со всеми руководителями компании. Осталось начинать серьезную работу. Этим самым в перспективе мы окончательно создадим единую национальную сеть железных дорог с строительством, допустим, Бенеу, Джисказган, Аркалык, Шубаркуль. Вот мы построили узень госграницы, выйдем уже, так сказать, закончили вот этот северный маршрут. Я имею в виду северный, это означает от Ирана до Российской Федерации. Мы его Хургас-Житиген закончили, очень важная ветка. Практически мы завершили окольцевание железных дорог внутри страны, то есть нам не надо, допустим, чтобы переехать из Восточно-Казахстанской в Павлодарскую область, переезжать две границы с Российской Федерацией. Поэтому, я думаю, в ближайшие годы мы завершим вот эту национальную сеть железных дорог. И такая же задача стоит по созданию сети энергетики, электроэнергетики. Очень важно. Почему? Потому что нам нужно закольцевать север. Юг у нас есть, северо-восток у нас начинается, мы уже работаем достаточно серьезно. Юг-запад нам нужно закольцевать. И этим самым мы практически создадим мощную, устойчивую систему как в электроэнергетической, так и в транспорте нашей страны. Хочу подчеркнуть, что все эти проекты находятся на особом контроле главы государства. Фонд, так же как и правительство, несет особую ответственность за их реализацию. Поэтому, Умирзак Истаевич, я хотел бы акцентировать ваше внимание и руководителей ваших компаний, вашего фонда по жесткому контролю, по реализации этих проектов. Тем более, что все ждут, я уже говорил на коллегии Миннефтегаза, строительство газопровода, северного нашего газопровода, от Карталы-Табол, Кокшетау-Астана, будет. Умирзак Истаевич сказал, мы планировали где-то вот, ведь до марта месяца окончательно все завершить и в первом квартале начать. Максимум апрель месяц начинаете, Умирзак Истаевич. Тем более, что мы к концу этого года завершим Бенеу-Шымкент, 311 километров. Начнем, надеюсь, в этом году Бенеу-Базой. А северную трубу, надеюсь, где-то к 2014 году мы приведем в Астану. Примерно такие вот планы стоят. Поэтому все мы ждем, наконец-то в столице будет газ.
такое поручение главы государства стоит достаточно, и мы должны его держать на особом контроле. За три года реализации индустриальной программы через ГПФИР с участием фонда введено 12 инвестиционных проектов, достаточно интересно, о чем мы сегодня слышали. Однако 7 из них имеют загрузку ниже 50%. Необходимо принять соответствующие меры, не буду их перечислять, у меня здесь есть они, не буду я перечислять. Необходимо принять меры по выводу этих проектов на проектную мощность. Объективности ради надо сказать, у каждого, допустим, завода, у каждого проекта есть свои особенности. Никто не спорит. Но должна быть четкая, ясная программа. Раз составлялся бизнес-план, раз формировалось технико-экономическое обоснование этого проекта, раз планировалось, что ее мощность будет выведена в течение там, года, надо тогда добиваться этого. Все время ссылаться на кризис или все время ссылаться, что экспорт закрыт, тогда зачем надо было строить и вводить такие проекты? Фонд должен продолжить работу по повышению долгосрочной стоимости, об этом я говорил, особенно дочерних компаний. Это можно, вот сегодня Питер Хаус говорил, очень хорошее выступление, мне понравилось, по корпоративному управлению, по повышению производительности труда. И немаловажно, хочу вам сразу сказать, не надо порождать иждивенчество среди работников компании, фонде. Заработная плата должна коррелироваться и обязательно увязываться с ростом производительности труда. Это аксиома. У нас иногда руководители компании, чтобы у нас профсоюзы не шумели, там, активисты не шумели, давайте мы в колл-договоре твердо установим рост заработной платы от 7 до 15% ежегодно, ничего подобного. Надо людям и профсоюзу объяснять. Устойчиво компания работает, идет рост производительности труда, идет доходы. Пожалуйста, нет вопросов. Всегда в тех доходах и прибыль всегда найдется доля для повышения заработной платы. Понятно, конечно же, уровень инфляции надо учитывать руководителям компании. Рост-то идет, но всегда и в обязательном порядке все должно быть в обязательном порядке увязываться с ростом производительности труда. Мы об этом иногда забываем. Фонду необходимо уделять особое внимание инновационному развитию. Никто не говорит об абсолютных инновациях. Их практически у нас нет. Но инновационное мышление, инновационные новации мы должны вводить в нашу практику. Надо стимулировать производство альтернативных видов энергии, энергосбережения. Кстати, мы рассматриваем сейчас вот стратегию развития энергетики. В нем целый большой блок, вопрос, связанный с энергобалансом, снижением энергоемкости и, конечно, вопросом энергосбережения. Это будет одним из основных критериев всех компаний по снижению энергоемкости, и надо серьезно заниматься энергосбережением. По Экспо-2017 достаточно хорошо говорили. Здесь я хочу сказать, Мирзай Хистаевич, надо проводить, если не международный, то желательно конкурс вот по зеленому кварталу. Вот, национальная компания Астана Экспо-2017 уже в середине февраля вот этого месяца будет проводить международный конкурс на мастер-план территории 125 гектаров земли и будет объявлять международный конкурс, в котором будут участвовать 30 ведущих архитекторов мира для создания вот эскиза идеи наполнения вот этих 125. После того, как конкурс пройдет, я думаю, что где-то это будет, наверное, летом, начнется большая работа по проектированию. И в этом году мы уже должны объявлять, Карат Иванович, конкурсы на подрядные работы. Здесь вот сегодня говорили, есть поручение президента, вы знаете, по привлечению лучших специалистов, в том числе иностранных, с обязательным обучением оптических кадров. Урзак Истаевич, данный вопрос вносите на сайт директоров, в феврале месяце рассмотрим, а затем правительство примет соответствующее решение. Я думаю, очень важный вопрос, особенно в рамках вот главной задачи вот по эффективности корпоративного управления фонда. Народное IPO сегодня достаточно было сказано. Я хочу сказать, пока, хотя он и пережил период скачка, но сегодня я смотрю, участники вот пилотного IPO, который Castransoil мы вывели, уже внимательно следят за котировкой, которая ежедневно идет.
Я думаю, это очень правильно. И мы должны двигаться. Уже в первом квартале этого года, насколько мы готовы, но мы должны уже Кигок рассматривать. У Кигок, я вам скажу, хорошие показатели, очень эффективная компания. Я думаю, выход ее на фондовый рынок подстегнет ее. Я вам скажу, это не просто выходить. Это берет он на себя и компания, и руководство, и фонд, и правительство. Все мы берем на себя огромную ответственность. Потому что за вами, вот за Кастрансойл уже, находится у нас 35 тысяч вкладчиков. Это мало не мало, это люди наши, граждане Республики Казахстан. Они ждут эффективности. Купили за 725 тенге акцию. Пожалуйста, сегодня 800, по-моему, 8 или 809. Все ждут, пока выйдет Кигок, Самрук Энерго, другие наши компании. Я думаю, как раз таки вот такие успешные компании, они создадут фондовый рынок в нашей стране, который просто необходим. И мы должны вовлечь туда все больше и больше наших людей, граждан, те, которые могли бы участвовать. Их деньги как раз таки пойдут на развитие экономики нашей страны. Поэтому в первом полугодии Кигок, в втором полугодии, Умурзак Истаевич, определяйтесь и начинаем двигаться по третьей компании, которая пойдет на IPO. О банках Умурзак Истаевич достаточно сказал хорошо. Фонд выполнил свою миссию, проведена соответствующая реструктуризация. Вот. Поэтому в ближайшее время фонду необходимо очень серьезно заняться и выйти из капитала этого банка, этих банков. Кроме того, в этом квартале надо обеспечить передачу институтов развития, которые, по сути, не являются коммерчески ориентированными активами, вновь создаваемое Национальное агентство развития. По этому вопросу мы на следующей неделе проведем совещание по созданию. Практически уже концепция есть, но мы уже будем более предметно рассматривать вопрос создания Национального агентства развития. В прошлом году начато выведение непрофильных активов, давали соответствующие поручения. Должен сказать, немножко в вялотекущем режиме идет. Вот. Поэтому надо будет в этом году завершить эту работу на том этапе, к которому мы намерились. Поэтому, Кайрат Нимаш, вместе с Умурзак Истаевич, то, что касается фонда, вот, активизировать эту работу. В ближайшее время я жду предложения, которое мы совместно обсудим. Хочу сказать, что Самрук Казана, национальные компании должны участвовать и работать там, где нет частного бизнеса. Это мировая практика. Не надо наступать поле, где должен заниматься частный сектор. Если сектор там находится, квазигосударственным и государственным структурам, компаниям надо уйти оттуда. Дать возможность, чтобы они активно и развивали этот сектор. Более того, я всегда говорил, и в здравоохранении, и в образовании, и в других направлениях нам нужно чаще, больше отдавать инициативе и развитию частного сектора. А тем более в бизнесе. Все должно быть там, где нет безопасности, угрозы безопасности нашей страны, там, где нет стратегических вопросов, там, где нет... Там должен быть бизнес, там должна быть конкурентная среда. Еще один важный момент. Сегодня Умурзак Истаевич об этом говорил. Группа компаний является крупным заказчиком товаров и услуг. Объем закупок группы компаний фонда составляет более 3,5 триллионов тенге. Из них 1,5 триллиона тенге – это товары. Нам необходимо, я уже не говорю, вы уже заметили, о казахстанском содержании. Надо потихоньку это слово забывать, надо говорить о конкуренции, о качестве товаров наших, о партнерстве фонда со своими, так сказать, услугодателями, я имею в виду те, которые участвуют в закупе товаров, работ и услуг, это уже их партнеры. Вот нужно строить взаимовыгодное партнерство, создавать условия, прозрачно, доступ к закупкам. А механизмы вот, альтернативные, с учетом того, что мы входим в Всемирную торговую организацию, вот, группе компаний фонда поблажек в рамках вступления в ВТО нет и не будет. Поэтому нужна прозрачность, доступность и самое главное, выработать механизм партнерских отношений с поставщиками работ, товаров и услуг.
Вот главное. По кадрам Питер Хаус достаточно хорошо сказал, не буду на этом акцентировать ваше внимание. Хочу сказать, что фонд должен стать образцовым работодателем, примером социальной ответственности бизнеса. В целом хочу отметить, что вот содействие фонда в кластеризации, совершенствование корпоративного управления, развитие и вывод непрофильных активов в частный сектор станут достаточно весомым вкладом фонда в поддержку развития отечественного предпринимательства. То есть фонд также должен способствовать развитию отечественного бизнеса. И надо выводить все, что не профильно для фонда, надо выводить, отдавать в рыночный сектор, продавать, очищаться, в хорошем смысле слова. Поэтому Самрук должен играть в этом активную роль, должен генерировать новые возможности, создавая хорошие условия для развития бизнеса в стране, в целом повышение благосостояния наших граждан.